Приветствую всех на своем канале, меня зовут Андрей Лоскович, компания Гарант Ремонт, и сегодня у нас будет классный обзор ванной комнаты и санузла в новостройке. По данной квартире у нас осталось еще незавершенных немного работ, вот, и когда мы все закончим, мы обязательно для вас покажем полный обзор по данной большой квартире. Поехали! Итак, друзья, у нас сенсорные выключатели. Одна клавиша у нас включает свет. Вот. А вторая клавиша у нас включает вентилятор в санузле. Как всегда, два напольных покрытия. Стараемся стык сделать под дверным полотном. То есть, когда у нас дверь закрыта, то видим, что наш стык двух покрытий. Здесь у нас плитка, но неважно, у вас может быть здесь паркет, ламинат, с другой стороны может быть плитка какая-то. Вот, соответственно, стык всегда делаем под дверным полотном, чтобы когда дверь будет закрыта, у вас не было видно другого напольного покрытия в помещении. По данному санузлу у нас два вида плитки. Напольное покрытие у нас размер 90/90. И второй вид плитки, тоже крупный формат, у нас на стенах. То есть, видим, вот инсталляция, где она стоит, отличается от стен. Вот. Плитка у нас вся импортная, Италия, Испания. Крупный, как я уже говорил, формат. С крупным форматом, на самом деле, нужно уметь работать. Материал тяжелый, вот, так что создает трудности у нас в самой работе. По данному санузлу было отличным решением поставить отдельное полноценное биде, вот, и разместился у нас подвесной унитаз. Все это от компании Ideal Standard. Друзья, для того, чтобы установить нам подвесной унитаз и полноценное биде, нам нужно было зашить в стену два металлических каркаса, на котором будет держаться у нас подвесная сантехника. Соответственно, был сделан выбор в силу вот такой вот полочки. Вот, на самом деле, очень удобное и практичное решение, потому что всегда можно на нее что-то поставить, различные запахи какие-то и какой-то декор, который даст вашему санузлу, вашему помещению индивидуальность. Вот. Данный угол наружный сформирован тоже из керамогранита. Смотрите, как красивенько все, четенько. Все одинаково на всю длину у нас. Вот. Этот угол у нас необходимость, там у нас спрятаны все коммуникации. Шов на плиточке у нас минимальный, порядка 1 мм, 1,2 даже может быть, то есть на ширину самой СВП. Вот. Зафуговано у нас все фугой. Вот. Фугу выбирали в цвет покрытие. Вот. А все примыкания у нас обработаны герметиком санитарным. Вот. Выбрали цвет белый. Очень красиво смотрится, очень практично. Вот. Потому что плитка у нас имеет подвижность какую-то в процессе, скажем так, жизни своей. Да? И, соответственно, вот эти все примыкания лучше всего нам закрывать силиконом. Потому что силикон у нас, он эластичный, и, соответственно, если вдруг минимальные какие-то расширения у нас есть, силикон расширяется вместе с ними и не образует никакую трещину. Так что это, опять же, очень-очень-очень практично. Берите на вооружение и всегда делайте именно так. Естественно, крышка для унитаза у нас плавного опускания, вот, и с быстросъемом. То есть это очень практично, очень удобно в процессе уборки, как любая хозяйка, нажатием вот этой вот кнопочки боковой может за одну секунду снять вот эту крышечку и удобно для себя помыть. Вот. Сантехника в плане смесителей у нас от фирмы Bafoni. Вот. Это у нас Италия, очень качественная сантехника, определенного дизайна, все очень красиво. Также смотрите, у нас примыкание всей сантехники к плитке
Также у нас просиликонина. Есть у нас отдельный большой рукомойничек, очень удобно, так как вы сходили в туалет и, соответственно, по месту сразу же можете помыть руки. Вот, определенная форма у нас, он вот такой вот круглый, опять же, смеситель у нас Италия по фоне. И, естественно, есть у нас полочка, куда можно поставить у нас жидкое мыло, либо какой-то, опять же, запах. Всегда, когда у нас открыто, есть место открытое под раковиной, ставим у нас хромированный либо черный, в зависимости от дизайна, сифон. Также не забываем про краны. Вот. Краны нужны для того, чтобы, если вдруг что-то произойдет, перекрыть вот здесь, вот, а не перекрывать общий стояк по воде. Также имеется у нас отдельный гигиенический еще дополнительно душ. Вот. Многие называют это еще как псевдо-биде. Вот. То есть это полноценный смеситель. Вот у него есть ручка открытия регулировки температуры воды и сама леечка. Обычно данные вещи ставятся, когда у нас нет возможности поставить полноценное биде, но в данном ремонте у нас есть и полноценное биде, и гигиенический душ. Вот, у данного прибора есть своя функция, то есть он очень удобен в уборке, то есть если что-то вдруг надо помыть. Вот, либо же также, если нужно набрать вам ведерко воды, здесь мы не наберем, здесь мы не наберем, а с помощью этой штуки легко можно будет все это дело набрать, реализовать. Естественно, есть у нас здесь приклеенные держатели для полотенца один и держатель для полотенца другой для рук. Друзья, в данной квартире все потолки выполнены из гипсокартона. Присутствует у нас в санузлах точное освещение. И, как я уже и говорил, отдельной клавишей у нас включается вытяжка. И, естественно, куда без стойки для туалетной бумаги, это у нас необходимость. Есть данных стоек несколько видов. В данном интерьере реализовано именно таким вот образом, в черном цвете. Можно также разместить подвесную на стене, но мне кажется, такое решение намного практичнее, тем более, что вы можете поставить себе дополнительные рулоны туалетной бумаги. Вот. И если вдруг вам мешает, вы также можете ее переставить, например, вот сюда. Считаю такое решение очень практичным, так что, кому понравилось, берите на вооружение. Так, друзья, и также у нас в данном санузле присутствует датчик проводной протечки. То есть это такая система, если вдруг у вас, не дай бог, протечет вода, датчик сразу среагирует и перекроет у вас там на стояке сразу всю воду. Очень удобная штука, есть они проводные, как этот, есть они беспроводные. Размещается обычно в местах предполагаемой протечки воды. То есть вот здесь, либо же можно вот здесь, либо под одной из чаш разместить. Итак, друзья, с санузлом мы уже разобрались, закончили. Поехали в ванную комнату.